Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и можно сказать, что с этого момента начинаются новогодние праздники в Вот Блиц. И для того, чтобы забрать, как я, Фрости и поставить себе его в ангар, делать вообще ничего не надо. Он просто появляется у вас в ангаре, когда вы заходите в игру. Как это происходит? Зашли вы на свой аккаунт и сразу увидели вот такое вот сообщение. Забираете танчик, еще одна поздравительная открытка от разработчиков, и все. Фрости, как вы видите, стоит в ангаре. Что это за машина, мы уже заценивали, ссылочку я обязательно добавлю в описании к данному видео, зайдите, посмотрите. В целом машина очень даже интересная, и что самое классное, она является самой ДПМной тачкой на своем уровне среди легких танков. Даже без установленного оборудования здесь чуть более 5 секунд времени перезарядки и целых 160 единиц альфы. При этом всем 1788 единиц урона за каждый выстрел. Если вы поставите полностью все оборудование, и сейчас не будем играться в отношении добавления хпшки и подобных вещей, то когда вы оборудование поставили, ваш ДПМ существенно увеличивается и составляет практически 2000. Ну и все благодаря тому, что время перезарядки чуть менее 5 секунд и довольно-таки неплохое пробитие в 135 мм. Также стоит отметить, что у данной машины крутой угол склонения орудия вниз на минус 10. Играть на ней на неровностях действительно крайне комфортно. Плюс к тому стоит отметить, что у данного малыша целых 60 км скорость. Это тоже довольно-таки круто. Мне лично понравилось до умопомрачения. Ну а помимо скорости вперед, еще и есть крутая скорость назад, 21 километр. Короче говоря, машина годная, машина интересная. Что касается того, за сколько можно данную тачку продать. Продать вы сможете ее за 500 голды. Поэтому те, кому Фрости не понравится чисто как фановая машина, то можете продавать и пополнить свою золотую копилку накануне новогоднего аукциона. Ну а тем ребятам, у кого на аккаунтах вообще ничего нет из премиумных и коллекционных машин, то и это будет довольно-таки неплохая для того, чтобы получать чуть больше серебра, нежели играя на обычных проходных тачках. Заходите в игру, забирайте первый новогодний подарок от разработчиков, ну а я побежал снимать следующее видео. Про кого? Правильно, про вот этого вот товарища. Появились контейнеры на Титана Чириоттер. Это проходной Чириоттер, только в стиле Титанов с дополнительными экранами. Что собой машина представляет, я покажу буквально в следующем видео. Если хотите не пропустить обзор данной машины, то прямо сейчас подписывайтесь на канал. Ну и обязательно нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить видео, которое выйдет буквально через полчаса-час после того, как будет опубликован видос про товарища Фрости. Я побежал снимать, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока!